Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Все преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер, Родион Золотарев. И в начале нашего эфира я поясню, что напомню, что 27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг. Митинг против недопуска независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Акция завершилась массовыми задержаниями, и также есть пострадавшие, более 1000 задержанных и десятки пострадавших в этой акции. Многие СМИ и очевидцы также сообщали о том, что силовики действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. И вот один из незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, член политсовета партии «Яблоко», который также присутствовал на акции протеста, Сергей Митрохин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если вы слушаете нас за рубежом, код Латвии плюс 371 и номер WhatsApp 2-00-6191, звоните. Ну, поскольку вы присутствовали на этой акции, расскажите о том, как разворачивались события, как вы их видели. Ну, события разворачивались достаточно предсказуемо, поскольку власть нагнетала истерию. Бесконечное предупреждение. Вот у меня почтовый ящик забит этими предупреждениями. У кого-то устраивало обыски, у кого-то задерживало немотивированно на выходе из дома и так далее. И постоянно в СМИ распространялись грозные предупреждения. Поэтому ясно было, что будут задержания массовые, ясно было, что будет избиение, но масштабы вот этих всех явлений, как всегда, не казались столь уж большими заранее, накануне проведения акции. Они превзошли все ожидания. Вот. Но это масштабы отчасти связаны с тем, что много народу пришло. И столько задержанных именно потому, что пришло много людей. Сколько сейчас трудно сказать, но я не знаю, порядка, может быть, даже 1000 до 10 людей было на улицах. В разной степени близости к очагу этих событий, к мэрии Москвы. Но где-то вот столько примерно, наверное, в разной форме приняло участие, по моей оценке. Ну вот говоря о СМИ, о том, как это преподносилось, Первый канал писал о том, что и говорил в своем информационном ролике небольшом о том, что серьезных столкновений не было зафиксировано. Другие СМИ писали о том, что центр города напоминал просто зону военных действий. Как вы оцениваете действия сотрудников правопорядка? Что касается Первого канала, надо понимать специфику этой организации, Первый канал и вообще госканалы в России. Их специфика не в том, чтобы отражать реальность, а в том, чтобы создавать новую реальность, в которой желательно жить гражданам России. Поэтому их информацию никогда не следует принимать во внимание. Но что касается прямо боевых действий, я бы тоже в такую крайность не впадал. Все-таки силы не равны. Экипированные в шлемах люди с дубинками, там с бронежилетами наверняка и так далее, организованные в шеренге и противостоящая им разрозненная толпа – это неспоставимые силы. Тем не менее, в некоторых случаях, да, доходило до столкновений. Есть видеокадры об этом свидетельствующие. Это связано еще и с тем, что резко упал уровень профессионализма силовых структур, которые занимаются противостоянием с демонстрантами, манифестантами. Люди явно наспех набираются откуда-то из деревни, из малых городов, проходит очень плохую подготовку, психологическая подготовка, видимо, вообще к нулю стремится. Поэтому многие из них теряют контроль над собой в таких ситуациях, начинают направо и налево калашматить дубинками в порыве ярости. И это, конечно, все, во-первых, конечно, приводит к абсолютно немотивированному насилию,
Ну, просто когда люди сидят на тротуаре, вдруг к ним подбегают и начинают бить по голове. Это выглядит как просто вспышка какого-то сумасшествия. Ну, а для нынешней власти это совершенно позорные эксцессы, которые ложатся новыми пятнами на ее репутацию, которая становится все хуже и хуже, и дальше хуже уже, казалось бы, даже больше некуда. На ваш взгляд, у ОМОНа был приказ на жесткое подавление или это инициатива на местах? Вот как вы считаете? Ну, я думаю, что такой указ был, что в случае, если будут провокации, если будут какие-то вот враждебные нападения, то тогда вообще не жалейте сил, и своих сил не жалейте, и чужих голов не жалейте. И лупите направо и налево. Я думаю, что в этом роде что-то было. А вот уже адекватность восприятия этих сигналов со стороны росгвардейцев, она, к сожалению, оставляла желать лучшего. Поэтому малейшее какое-то чье-то телодвижение могло восприниматься как угроза здоровью, жизни и соответствующую реакцию. Это опять-таки связано с низким, крайне низким профессионализмом этих действий. Писали о том, что не было согласованности действий, потому что пострадали в том числе журналисты, отражающие провластную позицию, в частности, история журналиста «Комсомольской правды», который, ну, придерживается достаточно таких антилиберальных взглядов, и сотрудники Росгвардии тоже друг с другом там поссорились, то есть не знали, кого брать, кого бить и так далее и тому подобное. Был хаос, вот вы наблюдали там вообще? В этом, ну, вот я находился в одном, в нескольких местах, я переходил из одного места в другое, но я не мог иметь полного охвата, панорамы полной. Вот. Но было видно, что многие растеряны, в глазах страх. Вот я так очень плотно соприкасался с этими шеренгами несколько раз. И то, о чем вы говорите, это просто подтверждение тому, что я сказал. Вот эта дезориентированность, неспособность адекватно оценить ситуацию, неспособность адекватно оценить степень применения силы. Вот это и есть непрофессионализм. Вот это и есть вот какой-то уже вот деградация всех этих силовых операций. Но, конечно, тут главная неадекватность, конечно, не у росгвардейцев присутствовала, она присутствовала у наших властей, которые фактически это все спровоцировали, которые такими топорными, тупыми методами действовали по вопросу допуска кандидатов на выборах в Мосгордуму, что это вызвало вот такой взрывообразный протест. Действовали бы по-другому, хоть немножко бы политических каких-то методов подпустили в свою деятельность, и не было бы такой взрывообразности, и людей бы вышло меньше бы на эти акции. Но вот что можно еще к этому добавить? Напомню, такие у нас власти, к сожалению, вот с таким уровнем, так сказать, политического мышления и понимания ситуации. Напомним, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Сергей Митрохин у нас на прямой связи из Москвы сегодня. Но, тем не менее, вы заявили о том, что эту акцию можно назвать состоявшейся. Что именно вы имели в виду и какого результата? А вы знаете, да, несмотря на все вот эти импульсивные действия, несмотря на эту безумную какую-то идиотскую жестокость, абсолютно бессмысленную, которая в разных местах проявляла себя. Тем не менее, по периметру вот всех этих границ Тверской улицы, которые примыкают к мэрии, людям удавалось накапливаться, формулировать лозунги. Ну да, к самой мэрии не подпустили непосредственно вот к воротам, к дверям мэрии. Ну и что? Вот я стоял в одном случае с одной стороны Тверской, и вся мэрия была на виду, и толпа скандировала лозунги и плакаты показывала в адрес этой мэрии. И все, что хотела, сказала по много раз в виде лозунгов, плакатов и так далее. Это разве можно сказать, что акция не состоялась? Когда люди пришли к этому зданию, которое олицетворяет вот беспредел мэрии Москвы, И много раз проскандировали то, что они требуют, включая и отставку Собянина, и,
и уход Путина, даже вот такие требования, которые намного шире протеста, связанного с отстранением кандидатов. Именно поэтому я написал, что да, конечно, состоялось. Но вот в такой форме, но форма сверхскандальная, а в данном случае сверхскандальность, она работает на усиление резонанса. Поэтому власть получила, по полной программе информационный пропагандистский эффект, полностью противоположный тому, видимо, на который она рассчитывала. И никакие первые каналы и вторые каналы ее уже от этого эффекта не спасут. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Андрей. Да, слушаю. Я эту акцию вчера смотрел, подожду всю, полностью, да. Значит, первое мое замечание. Во-первых, надо выполнять закон, товарищи демократы, да. Вы его не выполняли, это раз, да. Во-вторых, для 9 миллионов или сколько там Москвы, 20 тысяч, жиденько, ребята, жиденько. А насчет того, как в демократических странах проходит, да, ну посмотрите на Францию, на Англию, да. Ну просто смешно, ребята. Да, спасибо вам. Вот такая реплика. Такой комментарий прокомментируйте. Вы знаете, что значит выполнять закон? В закон у нас высшей конституции, в нем написано, статья 31, что граждане имеют право собираться мирно без оружия. Да, потом было написано много законов, или не просто написано, написаны были эти законы, они потом еще много раз исправлялись. Которых эта процедура простая, граждане имеют право собираться без оружия. Она была обременена таким количеством подробностей, деталей, административных наказаний, переходящих в уголовное, что стало ясно, что все эти законы пишутся для того, чтобы Конституция не выполнялась. Вот и дилемма, мы какой закон должны выполнять? Основной закон нашей страны, Конституцию России, или те законы, которые не мытьем, как тыкатанием, направлены на то, чтобы этот основной закон не выполнялся. Потому что если мы все время по этому пути выполнения всех этих законов пойдем, нам никто не даст собраться вообще. У меня, я член политической партии, у меня богатая практика писать заявки на массовые митинги и демонстрации. Как видите, типичные ответы у чиновников. Ответ первый. Езжайте в Сокольники. То есть это там организовали гетто под названием Гайд-парк, где вы можете митинговать сколько хотите. Но если мы протестуем против законов, принимаемых Госдумой, почему мы должны не к Госдуме идти, к которой мы апеллируем, а в Сокольники? В других случаях чиновники говорят, вы мешаете проходу граждан. Но приходите на это место, на которое мы хотим заявить акцию, и посмотрите, там огромная территория, никаким, там не пахнет никакими препятствиями гражданам. Закон превратился в издевательство. Закон, вот, касающийся, в данном случае касающийся митингов и демонстраций, мы про них говорим. Уважающий себя человек не может заниматься исполнением этих законов, просто потому что его погонят по какому-то абсурдному кругу. Он должен будет превратиться в какого-то не очень адекватного человека, который все время мечется, ездит в Сокольники, значит, потом он еще что-то там делает и так далее. Он никогда не выполнит свою основную цель – провести массовую акцию. Поэтому вот это часто нам говорят, что вы должны выполнять закон. В России специально принимаются такие законы, которые не дают реализовать основные конституционные права и основные права человека, которые зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. И я считаю, что многие вот этих законов выполнять просто преступно. У нас звонок, много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, извините, добрый день. Алина, да, Алина, вот давайте. Господину Митрохину, знаете, я совершенно почти не следила за этими вашими скандалами там, и поэтому прошу пояснить, вот несколько вопросов у меня. Назовите, пожалуйста, какого-то градоначальника Москвы, который был бы вам по душе, который бы вам нравился, которого бы, значит, вы там не гнобили.
Это раз. Второе. Тоже не всматривалась подробно, только так, мимоходом, в новостях за этими вашими склоками. Но вот такая фраза прозвучала. Значит, когда там полиция стала в конце концов разгонять, то было сказано, через несколько часов полиция стала разгонять. То есть, значит, несколько часов вам там дали побазарить. Да, спасибо вам. С какого вопроса начать? Ну, вы знаете, я, к сожалению, не могу назвать градоначальника, который бы меня устраивал за последние, сколько там, 30 лет. Вот. Но в советское время там был Сайкин, мало чем прославился. При Лужкове в Москве расцвела огромная коррупция. Конечно, сейчас эта коррупция стала еще больше при Собянине. Начались такие явления, как точные застройки, началась экспроприация земли, которая теперь переросла в экспроприацию жилья под руководством градоначальников. Почему они должны мне нравиться, уважаемая, так сказать, радиослушательница? Алина, да. Радиослушательница. Просто потому, что вот надо, чтобы кто-то нравился, а кто-то не нравился? Нет. Вот я хочу, чтобы мэр Москвы был человеком, который проводит политику в интересах москвичей, в первую очередь, а не олигархических групп, каких-то строительных, мафиозных структур и кланов и так далее, и выполняет преступные приказы вышестоящего кремлевского начальства. Вот я не хочу, чтобы такой мэр был. А к сожалению, до сих пор только такие были. Вот. А что касается информации, что дали побузить, не дали никому побузить. Хотя по Конституции имеем право бузить в вашей терминологии. Так вот, не дали сразу, потому что, например, когда я приехал без 10-2, я уже не мог, я с Пушкинской, я вышел из такси на Пушкинской, потому что таксист испугался меня около мэрии высаживать. Вот, и потом я уже не мог пройти. Все было перегорожено, заблокировано. Не дали, кого-то сразу забрали, кто пытался, как вы выражаетесь, бузить. Остальным не дали потом. Некоторых через 2-3 часа задерживали, потому что было очень много людей вокруг. Их сразу всех не могли задержать. Вот. Если бы их сразу пустили всех к мэрии, оградили это все и потом похватали, тогда, наверное, так получилось. Но избрали, видимо, другую стратегию подавления массового протеста. Еще у нас звонок есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Я повторюсь еще. Господин Митрохин, ведь вы же нарушили закон. Вы можете это понять? Какой бы он ни был, этот закон. Но это закон. Понимаете? Вот больше ничего. Ну, да. Почему вы нас... Посмотрите, я вам пример приведу. Вы знаете... Вы делаете пиар, ребята. Вы делаете пиар. Подождите. Олег, мы вас поняли. В Германии, например, был закон, который был обязывал добропорядочных немцев раскрывать места нахождения евреев. Это тоже был закон. Его государство приняло, уважаемый. И что, вы считаете преступниками тех немцев, которые его не выполняли? Которые не сдавали евреев в гестапо? Аналогия абсолютно четкая с нынешними российскими законами. Хотя, может быть, я немножко утрирую. Все-таки продолжая вопрос нашего радиослушателя, который уже дважды позвонил. По словам Собянина, митинг был провокацией со стороны оппозиции из-за несогласованности. Почему все-таки не могли согласовать этот митинг, эту акцию? Нет, митинг был не провокацией. Митинг был ответом на абсолютно позорные действия властей и московских, и федеральных. Они здесь, кстати, в едином дуэте выступали. Которые просто не пускают на выборы независимых кандидатов, провластных кандидатов, членов «Единой России» там и других, быстренько пропустили, не став проверять их подписи вообще, и даже не став проверять вообще, есть ли эти подписи там или нет этих подписей. А нас не допустили. И мы сказали, что да, если мы не будем допущены, мы выходим на встречу с избирателями, кстати, между прочим. По закону мы имеем, как кандидаты, право встречаться с избирателями. Вот мы этим правом и воспользовались. Мы не сказали, что мы митинг несанкционированный проводим. И не собирались, потому что для митинга 10 дней нужна заявка. Мы всего лишь уведомили в соответствии с избирательным законодательством. И закона никакого здесь не нарушили. Еще раз товарищу, который сильно беспокоится об этом.
А закон нарушил власть. Она, во-первых, нарушает Конституцию, потому что не дает гражданам мирно собираться без оружия в тех местах, в которых они хотят. Во-вторых, она нарушает избирательное законодательство. Мы еще все кандидаты, хотя нас не пустили. У нас есть еще право обжалования. Пока мы его не реализуем, в течение этого времени мы остаемся кандидатом. И мы имеем право на встречу с избирателем. И скажите мне, где это такой закон? Даже в России его еще не умудрились принять. Что кандидаты не имеют права встречаться с избирателями. Нет такого закона. Ничего мы не нарушили. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Сергей Митрохин у нас на прямой связи из Москвы. Говорим о событиях в столице России. Оставайтесь с нами. Радио Балтком. Да, мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». Анна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссер. Родион Золотарев, и на прямой связи по скайпу с нами сегодня один из незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, член политсовета партии «Яблоко», который также присутствовал на акции протеста 27 июля в Москве прошел несанкционированный митинг против недопуска независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Акция завершилась массовыми задержаниями, в том числе есть и пострадавшие. И на прямой связи с нами сегодня наш гость в программе «Абонент доступен» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. И вопрос от нашего радиослушателя из Санкт-Петербурга. Вадим вас спрашивает, зачем собирать мирных жителей и подстрекать на подобные акции, причем тут закон или конституция, виновны подстрекатели, какими бы ни были их замыслы? Ну, такой вопрос по WhatsApp. Мы из северной столицы России. Ну, вы знаете, вот, кстати, это хороший вопрос, потому что я, например, никого не призывал. Я сказал так, вот у меня было заявление на радио «Свобода», можно поднять, посмотреть. Я сказал, что я лично сам приду. И если кто-то еще желает прийти из людей, поддержать, то все должны отдавать себе отчет, что будут задержания, будут избиения, будут автозаки и все прочее. Я в такой форме заявил о своем участии. Да, другие участники акций... этой акции, они призывали, действительно. Но я в данном случае очень четко эту грань чувствую. Я понимаю, что нельзя звать людей ни куда-либо, не предупреждая их о возможных последствиях. Я это всегда делаю. И если уж это назвать призывом, когда я говорю, я сам приду, ну, это в первую очередь я свой призыв сам к себе обращаю. Так что здесь есть определенные у нас нюансы. Мы организаторы этой акции, мы не ходим единым строем, у нас нет демократического централизма, у нас нет какого-то там лидера, который командует. Нет, каждый следует той линии, которую он сам себе выбирает. У нас еще вопрос от слушателя на прямой линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Господин Митрохин, вот я согласен с вами, что власть, конечно, ведет себя лицемерно и цинично. Но и вы не лучше. Забыли 93-й год, какой расстреливали парламент? И я вам вопрос хочу задать. Я расстреливал парламент. Ну, ваши люди, либералы. Я парламент не расстреливал, вы бредите, товарищ. Либералы. Да, какой у вас вопрос будет, Александр? Вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста, вот, например, в Америке вообще бы допустили к выборам людей, которые призывают, так сказать, не признают территориальную целостность, скажем, Техаса или Аляски. Спасибо. Эмоциональный. Ну, я, во-первых, насчет 93-го года хочу сказать, что Ельцин никакой не был либерал, с чего вы взяли? А кто там был либерал? Гайдар и Чубайс, что ли? Нет, никакие не были либералы. Они прикрывались этими либеральной фразеологией для того, чтобы проводить совсем не либеральную политику. И партия «Яблоко» тогда достаточно жестко высказалась против всех этих безобразий. А партия «Яблоко» действительно была либеральная. Мы никакого отношения к этому расстрелу не имеем. Мы дали ему крайне негативные оценки. Вот, поэтому я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вот теперь, что касается призывов. Вы знаете, вот этот двойной стандарт, двойные стандарты какие-то. Когда в Крыму призывали к сепаратизму политики, там, депутаты Верховного Совета и так далее, то наши власти, и вы, видимо, тоже вместе с ними,
активно поддерживали эту позицию, что они имеют право на национальное там самоопределение и так далее. А после, где-то через год после присоединения Крыма, у нас в стране ввели за уголовное наказание, за призывы в любом регионе делать ровно то, что сделали политики в Крыму. Ну, извините, но это же чудовищные двойные стандарты. Ну, так нельзя, это же неприлично. Если вы признавали это право за деятелями политическими Крыма, те, кто призывал, ну почему же вы теперь за то же самое хотите сажать внутри России людей? И в том же Крыму, например, тех же крымских татар. Я сейчас отвлекаюсь от проблемы, так сказать, вот этой самой присоединения Крыма. Хорошо это или плохо? Сознательно отвлекаюсь. Для того, чтобы вас поставить перед вот этой дилеммой. Вы понимаете, что вы говорите или нет? Конечно, в Америке никакие призывы к отделению штата Техас, которых там множество, от штата Калифорния, которым множество там таких. Конечно, их пускают на выборы, уважаемый товарищ. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, задавайте вопрос. 18 июня 2017 года были внесены изменения в закон о митингах, куда были занесены процедуры встречи с депутатами. Встреча с депутатами подразумевает два варианта. Встреча в помещениях и встреча в специально отведенных местах. Встреча в помещениях не требует согласования. Встреча в специально отведенных местах требует согласования за 10 дней до начала митинга, в форме митинга. И нет отдельного сноски о том, что кандидат в депутаты обладает такими же правами, как депутат для встречи с избирателями. Да, задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. Да. Такой нет, у меня поэтому вопрос. Нарушения нет никакого. Сноски-то нет. Нарушение есть. Можно меня не нет, уведомлять. Какое нарушение? Нарушение нет. Есть. Нарушение есть. Вы должны встречаться были, не уведомляя, только в помещении. Это прямо написано в законе. Вы нарушили закон. Константин, да, вопрос нашему гостю. Да, вы считаете возможным безответственно лгать в эфире только на территории Латвии или в России тоже? Так, ну вот сейчас лжете вы. Потому что этот закон, который процитировал, касается депутатов. Вы сами сказали, что речь идет о депутатах. Про кандидатов этого ничего не написано. И врать не надо. Про какие-то сноски. Раз нет сноски, за принцип, так сказать, римского права. Все, что не запрещено законом, то разрешено. Нет запрета для кандидатов встречаться. Для меня, как гражданина России, я провожу десятки встреч. Ну, если в году, то, может быть, даже сотни. Около сотни встреч я каждый день провожу во дворах. Так вот, для меня нет запрета, как гражданина, проводить встречи. Ни в одном законе. И я этим пользуюсь. Также и для кандидатов нет никакого запрета. Для кандидата вот требуется уведомление давать. На выборах, если он проводит мероприятие. А мы это уведомление подали. Так что не надо тут нам лапшу на уши вешать на территории Латвии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните также из-за рубежа, код +371 и пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Да, и вот в Фейсбуке к нам приходят вопросы. Олег спрашивает у вас. Оппозиция говорит, в России выборов нет честных. Тогда зачем участвует в том, чего нет? Ну, вы знаете, по этой логике надо сказать, в России нет, например, честных законов, в России нет честной власти. Тогда что вы делаете в этой стране? Мы в этой стране живем, и как люди, которые ориентированы на цивилизованные нормы общежития человеческого, ориентируемся на легальные процедуры существования, легальные, которые есть. Мы не призываем никаким войнам, никаким революциям, мы не подпольщики. Вот. Если мы такие, то мы должны участвовать в тех процедурах, которые есть, и пытаться эти процедуры обернуть на пользу нашим гражданам, нашему обществу, нашему народу. Вот этим мы и занимаемся. Если мы скажем, что мы объявляем бойкот в этим выборам, не участвуем и так далее, потому что они нечестные, это будет означать, что мы отказываемся от борьбы просто-напросто. И все. Мы поднимаем руки и сливаем себя
прыгаем в унитаз и дергаем за собой веревочку. Вот что это будет означать. И такого счастья мы не доставим тем людям, которые сегодня осваивают нашу страну. Мы будем пользоваться легальными процедурами для того, чтобы сопротивляться произволу. Любыми, всеми, которые нам доступны. Что вам известно об Алексее Навальном, учитывая, что самая разная информация сейчас появляется в СМИ? Кто-то пишет о том, что у него острый приступ аллергии, сообщает также, что он отравлен. Вот есть ли у вас более подробная информация о его состоянии и вообще об этой истории? Какой-то у меня конфиденциальной информации нет, кроме той, что я черпаю из тех же СМИ, из интернета. Здесь самое-то скандальное обстоятельство какое, что с ним вот этот припадок аллергии произошел в СИЗО. И явно совершенно очевидно, что он там уже находится достаточное время для того, чтобы говорить, что, дескать, он, может быть, получил какое-то отравление до попадания в СИЗО. Этого быть не может. Это с ним случилось в СИЗО. Отсюда вытекает, что вся ответственность за данную ситуацию лежит на тюремных, ну, вот этих полицейских властях, в чьих ведении находится СИЗО, и в их вышестоящих начальников. Здесь больше ни на кого свалить ее невозможно, эту ответственность. В том числе и на самого Алексея Навального. Он не мог сам себе подмешать. А если мог бы, теоретически, да, допустим, то опять-таки кто-то ему дал, пропустил такие препараты, уж я не знаю что, которые позволят это сделать. Это целиком ответственность российских властей. Я слышал, что сейчас вроде бы его выпустили, то есть выписали из больницы. В каком он состоянии, я не знаю. Официальной информации верить очень трудно. Будем ждать дальнейших сигналов. Но то, что здесь, возможно, имело место какая-то очень мрачная, неприличная, омерзительная провокация с созданием определенных угроз здоровью, вот, это для меня очевидно. И я бы на месте властей провел бы объективное расследование и выявил бы виновных. Вот, это было, пошло бы на пользу в первую очередь им самим. А что касается новости о том, что штаб Навального нашел в Москве фабрику рисовальщиков, там подделывали подписи за кандидатов в Московскую городскую думу, в том числе и ваша фамилия там фигурирует. Вот, что вы по этому думаете? Эти выборы с самого начала изобиловали всякими провокациями. Это была, кстати, не единственная провокация против меня. Распространялись еще видео, в которых девушка в майке с моей фамилией фальсифицирует за меня подписи. Я во всех этих случаях действую абсолютно однозначно. Я пишу заявление в Следственный комитет России, требую разобраться и привлечь виновных к ответственности. Это уголовное преступление. То есть вот. Вину Навального написали? Что я и сделал, я жду ответа. Я жду ответа сейчас, но чего-то пока не спешит мне Следственный комитет отвечать. То есть... на мое обращение. Ну, Алексей Навальный, по вашему мнению, эту провокацию организовал? Вы знаете, я тогда несколько версий сразу же выдвинул. И первая была совершенно не Алексей Навальный. Первая версия была, что главным провокатором здесь выступает мэрия Москвы. Вот. Угу. Номер два была версия, что это администрация президента, а за которой может стоять и ФСБ, и кто угодно. Вот. Потом мне еще сообщили, что против меня работают нанятые люди, которые обслуживают интересы тех таких олигархов московского разлива, которым я сильно досаждаю, в частности, в том самом избирательном округе, где я избираюсь. Возможно, что это с их стороны была провокация, но у меня нет возможности самостоятельно проводить какие-то следственные действия. Поэтому я в данном случае, я уже сказал, опираюсь на те легальные процедуры, которые, по крайней мере, продекларированы в нашей стране. В данном случае это ответственность Следственного комитета. Вот. Ну, буду ждать ответа, что же, кто этим занимается и зачем. Ну, надеюсь, может ответить мне. Ну, какие у вас отношения с Алексеем Навальным и как вы оцениваете его деятельность на политической арене? Мы с ним когда-то вместе работали, потом мы расстались. В принципе, личные отношения у нас сохранились. Вот, вот недавно мы с ним беседовали на митинге последнем. Но у нас разные взгляды. Я считаю, что Алексей Навальный, он по своему мировоззрению, он ближе вот чем-то ближе к тем самым европейским популистам или к американским популистам, которые сейчас столь сильно
возобладали на Западе. Вот. А мы все-таки ближе к классическим демократическим взглядам, либерально, таким, как мы называем, социально-либеральным. И мы не склонны к тому, чтобы быть такими гибкими в обращении с собственными принципами. Вот. И в этом между нами разница. Но я бы в данный момент тяжелый для Алексея Навального и для всех нас, я бы не стал сейчас акцентировать внимание на наших разногласиях. Сейчас у нас много таких дел, которые надо делать сообща. Вот. В частности, выходить как-то из этой ситуации репрессий, уничтожения выборов и так далее. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алина, извините. Да, задавайте вопросы. Быстренько. Господин Митрохин, вы знаете, меня так расстроило то, что вы сказали по поводу здоровья Навального. Вы знаете, а там новичком не попахивает? Это не шуточки. Надо все внимательно проверить. Да, спасибо вам. Ну, вы знаете, я поэтому и сказал, что сейчас власть должна этим заняться. Никто, кроме власти, не может проверить. Никто не может прийти в СИЗО. Ни я не могу, ни адвокат Алексей Навальный провести там следственные действия. Это просто невозможно. Ну, что касается новичка, я думаю, это вряд ли, конечно, потому что это оружие массового поражения, и тогда там в этой тюрьме должны уже все были проститься с жизнью, не дай бог. Вот. Я думаю, что это скорее попытка такого запугивания, вот такого вот, как бы мелкий такой, или не очень мелкий, но очень болезненный укол такой, серьезный, чтобы человек о чем-то задумался. Но это тоже преступно, безусловно. И еще раз настаиваю, власть должна провести объективное расследование. Поступали ли вам какие-то угрозы или предупреждения ввиду последних событий в целом? У меня почтовый ящик забит предупреждениями, предостережениями. В интернете распространяется изготовленная прокуратурой листовка, очень напоминающая те, которые вешают на зданиях отделов внутренних дел, их разыскивает полиция. Я там фигурирую в числе остальных кандидатов, недопущенных к выборам. Но вас найти пока не могут. Ну, я пока не сталкивался с попытками меня найти, слава богу. Хотя у меня ситуация такая. Если меня сейчас привлекут к административной ответственности, то скажется предыдущее наследие мое тяжелое в виде 5 административных дел, которые на меня уже завели. Мне начислено уже штрафы в размере больше 550 тысяч рублей, если быть точными. Очередное административное задержание для меня может угрожать следующими вариантами. Либо это очередной чудовищный штраф до 300 тысяч рублей, либо это административное задержание 30 суток, либо это уже уголовная статья, потому что, как известно, несколько рецидивов таких вот административных задержаний дальше открывают перспективу уголовной статьи с сроком заключения до нескольких лет. Вы готовы сесть в тюрьму? То есть вы допускаете эту возможность? Я не хочу садиться в тюрьму, я вам сразу скажу. Не собираюсь сейчас строить героя. Вот. Но если уж такой будет сделан выбор между тюрьмой и позором и унижением, я, наверное, тогда выберу тюрьму все-таки. Вы ведь занимаетесь антикоррупционной деятельностью, и вот согласно той информации, которую я нашла, при вас в Яблоке был создан антикоррупционный центр по борьбе как раз с коррупцией у чиновников и в госорганизациях. Насколько эта сфера деятельности интересна нынешней власти, была под прицелом, может быть, власти? Да, ну, этот центр существует уже давно, он под моим руководством был создан еще в 2012 году, то есть ему уже 7 лет. Раз уж вы сказали, я просто очень быстро обозначу, какими вещами мы занимались. Мы, например, были первой организацией, которая заявила о коррупции министра обороны Сердюкова еще до дела оборонсервиса. И в конечном счете заставили его вернуть государству участок земли, который он выдавал за территорию стратегического объекта радиолокационной станции, а на самом деле строил своему
зятю Пузикову дачу там. Так вот, мы добились того, чтобы эту дачу и всю территорию вернули государству. Вот. Потом мы инициировали массовую проверку декларации о доходах и имуществе депутатов. Впервые это сделали в России. И провели, вывели множество депутатов с несоответствиями. В результате этого были вынуждены и в Госдуме, и в Совете Федерации создать специальный орган по проверке декларации о доходах и имуществе. Мы в Москве выявили массу незаконных тендеров. Даже чиновники правительства Москвы нас хвалили за то, что мы добивались возвращения денег в бюджет, причем там речь шла о миллиардах рублей, а не просто о каких-то копейках. То есть у нас очень серьезная деятельность была и ведется, но, к сожалению, сейчас мы меньше времени на эти занятия, но мы продолжаем эту деятельность и сейчас, конечно. Конечно, властям очень часто это бывает неприятно. Я, кстати, вот первый человек, который заявил еще 2 года назад, опираясь на работу как раз этого Центра антикоррупционной политики, о том, что в Москве поставками питания некачественного занимается монопольная структура «Конкорд» под руководством господина Пригожина. И тогда мы получили целые ушатые грязи, клеветы с использованием вот этой фабрики ботов, которой руководит господин Пригожин. Это еще было в 2016 году. Вот. Это все делалось, конечно, при поддержке властей. Мы, естественно, не скрывали, что Пригожин является так называемым поваром Путина. Вот. Кстати, еще до вот этих громких расследований Навального мы первые провели расследование происхождения черноморских дворцов, которые принадлежат и Путину, ну, де-факто, не де-юре, понятно, оформлены не на него, но и Путина, и Медведева, и Патриарха. Но, к сожалению, вот, видимо, мы не очень сильны в пиаре, так называемом. И эти расследования наши, хотя они были широко опубликованы и в интернете, и мы печатали специальные брошюры, распространяли про эти, к сожалению, не получили такого вот, такой мощной раскрутки, как впоследствии аналогичные расследования получили у Навального. Ну вот в этом наш минус определенный, будем работать над его превращением в плюс. То есть вы конкуренты в этом смысле с Навальным? Нет, ну здесь нельзя быть конкурентами, потому что здесь огромное поле работы, и я считаю, что деятельность абсолютно правильная у Навального, есть и другие организации, вот Transparency International тоже этим занимается. Чем больше таких организаций, тем лучше, и здесь нет смысла друг с другом как-то конкурировать. На ваш взгляд, как сегодня в России относятся к партии «Яблоко», потому что приходится слышать мнение, что многие разочарованы этой партией, давно в оппозиции, но ничего не меняется. Вот есть ли проблемы имиджевые у «Яблока» сегодня, как считаете? Да, я думаю, есть, конечно. Я думаю, что многое надо сделать нам для того, чтобы восстановить былой уровень доверия. Вот. Но я сейчас не хочу, так сказать, вот об этом распространяться, потому что это вопрос нашей внутрипартийной полемики в первую очередь. И когда мы придем к какому-то варианту такой вот реформы партии или резкого прорыва, в том числе на основе тех инициатив, которые я предлагаю, тогда мы всем об этом расскажем. У нас будет съезд в декабре этого года, съезд отчетно-перевыборный. Я думаю, на нем мы будем обсуждать очень серьезные вопросы, в том числе и вопросы реанимации политического и идеологического, и пиаровского, в том числе, потенциала нашей партии. Многие политологи считают, что транзит власти уже начался, что Владимир Путин уже этим занимается, или, по крайней мере, люди его окружающие. Вот ощущаете ли вы это, и какой может быть Россия без Путина, как считаете? Вы знаете, вот пока мне очень слабо верится в то, что этот лозунг будет реализован в результате транзита. Мы же сейчас уже имеем ясные сигналы от ближайшего окружения Путина, например, вот господина Володина,
который написал статью о том, что Россия должна стать парламентской республикой. Просто так Володин, да и вообще просто человек в такой должности, председатель Госдумы, такие политологическим фантазиям предаваться вряд ли будет. Вот это совершенно исключено, что он в парламентской газете написал такую статью, что вот он на досуге решил что-то такое придумать и всех поразить. Просто так не бывает это все. Это, с одной стороны, прощупывание общественного мнения, с другой стороны, это определенный сигнал, куда будем двигаться. Сигнал элитам, в первую очередь, чтобы они готовились. Вот, поэтому транзит, наверное, какой-то и будет, но это не будет транзит нынешнего президента со своей должности куда-то в политическое небытие, на пенсию или еще в какое-то уютное кресло синекуру. Я очень серьезно опасаюсь, что это все-таки будет транзит, в котором Путин опять будет во главе государства. Вот, то есть, по сути, вряд ли что-то изменится. Хотя по форме, конечно, да, в Конституцию внесут поправки, что уже и делали, опыт есть. Но, с другой стороны, как мне кажется, сейчас, особенно и после последних событий в Москве, реализация этого сценария будет достаточно сложной. Ну что ж, спасибо. Пойдут ли на него все-таки, примут ли такое решение, пойти на этот сценарий или нет, вот сейчас вопрос становится все более открытым. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.